Приветствую вас, друзья и недруги. Помню, когда в 93-м году прилетел на стажировку в Калифорнию и оформлял аренду машины в аэропорту, то сотрудница, которая поняла, что приехал лох из России, взяла карту и пометила мне там районы Окленда, в том числе, в которых нельзя останавливаться даже на светофоре на красный, если ты белый, если белый за рулем. И еще пометил один район, через который да вообще проезжать нельзя. Остальные районы она пометила, те, в которые надо на светофоре останавливаться все-таки, но из машины не выходить, если ты белый. Так я узнал о том, что такое расизм в Америке. Я не первый раз был в Америке, а от взгляда в 89-м году первый раз туда прилетел. Но это были Южные Штаты, Северная Каролина и, по-моему, Южная Каролина тоже. Ну, песня совсем не о том. Но там как-то я в это не въехал. А в 93-м году, то есть, кстати, ровно 30 лет назад, я понял, что такое расизм в США. Это еще было задолго до всех этих Black Lives Matter и прочей фигни нынешней. Вот посмотрите сюжет, в котором негритянке на вопрос, нормально ли быть белым, is it okay to be white, объясняют корреспонденты, что нет, это ненормально. Белым быть ненормально. И, кстати, там потом эта же толстая негритянка говорит, что и азиатом быть тоже ненормально. Что клево быть только черным. Вот то, что их в перспективе ждет, возможно. Ну, если, конечно, Трамп не победит. Agree or disagree with the following statement. It is okay to be white. No, that's not okay. It's terrible to be white. No. What should white people do about that? There's not like, much y'all can do, but just gotta deal with it. What should I do about that, do you think? Try not to be white. That's all you could do at this point. Is it okay to be Asian? Nah, you don't want to be them either. Nah. How about black? Definitely that. That's it. It's all you could be. It's the coolest thing to be. I mean...